Всем большой-большой привет! Снимаю свой заказ Avon по шестому каталогу. У меня одна коробка, но она вот такая вот большая. Мы ее откроем вместе с вами по традиции. Поэтому всех, кто любит такие видео с открытием заказов, пожалуйста, оставайтесь. И желаю вам приятного просмотра. Так, надеюсь, что ничего не помялось. Буду сейчас сразу все это выкладывать. Это седьмой каталог. И здесь... Здесь вот кто-то у меня заказал вот такую расческу. Здесь натуральная щетина, смешанная с искусственной. Я думаю, будет удобная очень массажная расческа. Моя свекровь заказала себе бальзам для секущихся кончиков волос. Она заказала, по-моему, таких два. Да, вот он второй. Она очень любит этот бальзам. Она вообще любит эту серию. Мгновенное восстановление 7. И в этом каталоге они были подешевле. Она поэтому решила взять сразу два. Дальше кто-то у меня заказал маску для волос Асаи и масло Ши. Вот эти маски, они очень легкие и напоминают такой, как больше бальзам, наверное, для волос. Заказали шампунь, очень хороший шампунь, ромашка и алоэ, Avon Naturals, большой объем, 700 мл. Я сама очень люблю этот шампунь, именно из вот этой серии Naturals, это для меня оказался самым лучшим и более подходящим для моих волос, поэтому могу его смело рекомендовать, мне очень нравится, очень подходит. Также шампунь против перхоти, 2 в 1, здесь шампунь и кондиционер. Заказали персив Оазис, я раскладывала пробники с этим ароматом всем своим заказчикам, и очень понравился одной девушке этот аромат, и она вот заказала полную версию. Я надеюсь, что будет рада и будет им пользоваться, что ей полная версия также понравится. Так, дальше шампунь «Гладкость шелка» из серии Advanced Techniques. Ну, вот этот шампунь, кстати, я попробовала, и мне он не очень, поэтому не знаю, как советовать или нет, может быть, кому-то он нравится. Маска для волос «Гранат и масло камелии», увлажнение цвет. У меня была такая маска, но опять же повторюсь, что такие маски... Они больше похожи на бальзамы. Огромный шампунь, максимальный объем 700 мл с коллагеном из серии Advanced Techniques. Неплохой шампунь, моя мама сейчас точно таким пользуется, только 400 мл объем. Также ей очень нравится, для осветленных волос реально дает обалденный объем. Так, новый гель для душа, ароматерапия, антистресс. Достаточно густой, как и все остальные гели для душа из этой серии. Бальзам для волос. Это ополаскиватель для тонких волос без утяжеления, максимальный объем. Это, видимо, к тому огромному шампуню вот такой маленький бальзам. Себе я заказала водичку по программе для представителей Energy Fusion. Давайте посмотрим, что за аромат, как она выглядит. Может быть, кто-то себе будет заказывать. Не хочет она нормально открываться. Сейчас я поддену ножницами, чтобы ее не разломать, коробочку. Может быть, ее маме отдам. Вот такой совсем неказистый пузыречек. Здесь 50 мл, если я не ошибаюсь. Да, 50 мл. Аромат. Аромат где здесь? Аромат очень приятный, такой цветочно-цитрусовый, такой какой-то очень свежий. Даже больше, наверное, аромат больше какой-то свежий, рисковатый. Аромат, наверное, я отдам маме, мне что-то вот по первым ноткам как-то вот совсем со мной не ассоциируется, поэтому, скорее всего, аромат пойдет маме. Хотя заказывала целенаправленно себе. Так, эта штучка тонизирующий скраб для глубокой очистки пор. Ну, неплохие вот эти скрабы из этой серии. Но вот из этой серии, например, из серии Natural скраб есть такой же с огурцом. Вот он очень мягкий и он совсем ни о чем. А вот средства для лица, для умывания очень многим нравятся. И заказывают их по многу. И вот сейчас тоже заказали два. Вяжущий тоник из серии тоже от прыщиков. Дальше. Dynamic Fresh, это мужской дезодорант, антиперспирант. Но неплохие, своими функциями, в принципе, справляются. Это бальзам после бритья.
Avon Man. У меня муж был и сказал, что жидкий, и ему как-то вот, если честно, не очень. Максимальный объем с коллагеном шампунь 250 мл. Это как раз к тому, наверное, бальзаму, который тоже 250 мл. Там пробники у меня посыпались. Пена для ванн французская сирень. И, по-моему, она пролилась. Да, у меня мокрая коробка. То ли это пена пролилась, то ли это еще что-то пролилось. Вот если вам видно, вот, это мокрое пятно. Такое что-то скользкое, похоже на вот эту пену. Это пена в чем-то, в общем. Ну, как всегда, ну не может ничего нормально быть. У меня второй раз уже такое с Avon, что что-то проливается. Уже прям надоело, честно. Так, это боди-лосьон. Лосьон для тела Aloe Vera. 400 мл. Уже настроение испортилось. Сейчас будем смотреть, что там пострадало или нет. Ну, вроде так сильно не пролилось, ладно. Свекровь заказала себе бальзам-ополаскиватель из ее любимой серии с драгоценными маслами. Это у нее сейчас must-have. Она только пользуется этой серией и просто обожает. Прям нарадоваться не может. Для ее волос это оказалось вот лучше. А вот это, кстати, был дезодорант из серии с водичкой. Вместе был набор, недорогой, водичка без распылителя. Поэтому я такие не очень люблю, и муж мой тоже. Дальше пудра с корректирующим эффектом. Это пудра шарики. Я ее не буду открывать, потому что она сложно открывается. Крем для удаления волос на лице. У меня уже заказывает клиентка второй раз. Она заказывала и полоски, и крем. И ей крем понравился больше. Лак для ногтей Sheer Peach. Персик какой-то. Сейчас покажу. Ну, он весь перламутровый, с розовым таким сиянием, ну, немного с бежевым, с розовым, разным цветом переливается. Ну, светлый лак, из, по-моему, из серии для укрепления ногтей. Надеюсь, клиентке понравится. И здесь у меня остались пробники. Я заказывала всем помады нюдовые, одинаковые. И вот, кстати, порвалась упаковка. Из матовой серии заказывала всем помады, всем абсолютно одинакового цвета нюдового. Я думаю, чтобы всем подошли. Вот еще, кстати, помадка одна у меня лежит. Оттенок Deluxe, Color Trend. И тоже такой, кстати, темно-коричневый, похож на тот, что я заказала в пробнике. И вот такая вот сыворотка. Ну и все, в принципе, там печатные материалы. И тоже вот каталог у меня заляпался. Немного в пролитом чем-то. Мне кажется, пена для ванн все-таки пролилась. Ну, в принципе, вот и весь мой заказ. И вот такой в этот раз заказ Avon у меня был. Духи, кстати, немножко развеялся аромат и стал очень приятным. Поэтому я еще не знаю, оставлю я их себе или отдам маме. Но вот сейчас мне он, кстати, нравится. Так что еще я сама не решила их судьбу. Вот такой заказ у меня был. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Обязательно поставьте пальчик вверх, если это так. Подписывайтесь на канал. Впереди много будет разных видео на разные темы. Оставляйте запросы на интересные вам темы. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. На сегодня это все. Всем пока. До скорых встреч в новых видео.